Виктор Владимирович, а вот на вебинаре вы затронули тему, какой гормон, который вырабатывает наш организм, буквально убивает щитовидную железу, заставляет ее страдать. И вы можете немножко более подробно об этом поговорить сегодня? Уважаемые друзья, приглашаем вас на эфир. Обязательно регистрируйтесь и приходите. Защищайте свою щитовидную железу от стресса и тревоги, от избытка и вспышек кортизола. Используйте наши простые и доступные методики. Словом, регистрацию здесь внесу в описании под этим видео и в закрепленном комментарии. Регистрируйтесь, приходите, выполняйте упражнения вместе с нами и будьте здоровы. О гормоне убийцы. Да, есть такой гормон-убийца в нашем организме для щитовидной железы. Он такой киллеровастый, киллер сам из себя. Такой под личиной добрячка, под личиной помощника, под личиной нашего спасителя, нашего спасателя. В определенном случае он становится убийцей щитовидной железы. Это известный гормон под названием кортизол. Так что, по факту, двуликий Янус? Ну, двуликий Янус не двуликий Янус. Я хотел бы сказать, что он, скорее всего, триликий Янус. Почему? Потому что, если мы говорим о возрасте щитовидной железы в части ее участия на различных возрастных этапах жизни человека, то на самом деле в период полового созревания это одно лицо кортизола, в период статичности или плата так называемого фертильного и функционально-физиологического, это и наш очень конкретный помощник, это наш спецназ, это наш отряд особого назначения, который помогает нам выживать при стрессах, при различного свойства атаках на нас, это гормон, который повышает уровень выживаемости нашей адаптации, а в период уже нашей, будем говорить, биологической депрессии, нашего старения человеческого организма или в состоянии хронического стресса, да, это становится нашим убийцей. Почему? Потому что тот гормон, который является антагонистом кортизола под названием прогестерон, это как раз таки те вот самые... То самое коромысло наше гормональное, на котором, помните, песня замечательная, несет Ганна воду, дай воды напиться. Вот как, куда плечо коснется, там вода и перельется. Если мы живем в состоянии постоянного стресса, рецидивирующего стресса, тот гормон, вот тот самый кортизол, который нам нужен был от времени до времени, периодически в состоянии острой оказания скорой помощи, он становится доминирующим. И поэтому он будет в буквальном смысле зажимать, отжимать весь функционал, как сейчас принято говорить, со стороны прогестерона. И, кстати, раннее старение, на которое мы с вами, Татьяна Владимировна, впервые обратили внимание, может быть, одни из самых первых из докторов, когда мы сказали открытым текстом о том, что при всей широкой палитре ревитализации, при всей широкой палитре восстановительной, пластической хирургии и так далее, биологический возраст человека начинает очень четко сжиматься. И в этом смысле, конечно, надо понимать о том, что чем чаще мы находимся в состоянии стресса, тем мы быстрее становимся на путь, который открывает дверь в онкологические просторы. Почему? Потому что зажим прогестерона приводит к тому, что у нас перестают вырабатываться последующие гормоны, которые помогают строить наш организм. Все остальные соматотропы, которые вырабатываются гипофизом и гипоталамусом, они в буквальном смысле начинают находиться в тени, а потом просто железы начинают их вырабатывать. И открывается путь в онкологию. Поэтому вот различные модели избавления от стресса, различные препараты, которые вам рекомендуют, большая фарма и так далее, и так далее, и так далее. Это вот не более чем вот такая вот модель, которая представлена у меня на блюдце. Вот вы живете в состоянии постоянного стресса, вам большая фарма готовит вот такую вот. Хотите избавиться
От тревоги, хотите избавиться от суеты, хотите избавиться там от всего того, что вас раздражает. Вот мы вам даем конфетку. Вот мы вам даем конфетку. Вот. Вот мы вам даем конфетку. Да, в этой конфетке, в этой шоколадке находятся те самые вещества активные, которые просто снижают всю лестницу мозговую нашей аминокислотной активности, которая нас в буквальном смысле, в общем-то, подталкивает к тому, что сворачиваются работы тех или иных желез, которые нам необходимы как для развития и поддержания функций человеческого организма. Вот. С другой стороны, есть путь, так сказать, вот более так называемый диетический путь. Вот почему я для сравнения положил. Потому что в части вкуса, конечно, и здесь сладкий вкус, и здесь сладкий вкус. Но по своему функционалу, вот состояние финика, условно говоря, будет гораздо полезнее и гораздо лучше отражаться на состоянии и поведении тех процессов, которые подталкивают железу под названием щитовидная железа к депрессии. И как раз таки вот эти вот самые моменты, на которые очень часто, к счастью, стали обращать внимание, локализация узелков, наличие узелков, конечно, лишний раз говорит о том, что да, начинают наши коллеги-эндокринологи хотя бы на какие-то обстоятельства открывать глаза. Но по большому счету, вглубь процесса они не уходят, они не понимают до конца о том, что вся линейка страданий щитовидной железы, вся линейка страданий щитовидной железы, она закладывается в младенческом возрасте. Она закладывается в буквальном смысле, то, что классики называли, с периодом молодых ногтей. И вот для бабушек, для мам очень важно понимать о том, что будущие проблемы у детей, у них внуков, у внучек, связанных и с половым созреванием, и с мозговой активностью, и с ростом скелета, и с мышечной активностью, и с когнитивными всеми этими моментами, они как раз таки завязаны на тех вещах, как ведет себя желчь, как ведет себя печень. Потому что это прямая взаимосвязь между поведением желчных кислот, между поведением желчных солей и между поведением желез внутренней секреции. А посередине находится щитовидная железа. И как только человек начинает страдать, как только человек начинает переживать состояние эмоциональной депрессии, эмоциональной апатии, эмоциональной, будем говорить, предусталости, конечно, сразу включается система, которая разделяет. Вот в данном контексте щитовидная железа, и, как я уже говорил в одном из наших роликов, она является тем самым водоразделом, который очень четко помогает нам определить соотношение сил гормональных по отношению к организму как раз-таки со стороны щитовидной железы. И поэтому очень важно понимать вот эту всю предэтапность, этапность развития проблем и возрастных, и, будем говорить, тогда, когда, находясь, я уже повторяюсь, в состоянии рецидивирующего стресса, кортизол становится постоянным участником гормональных, химических, биохимических процессов. А за этим тянется весь хвост, то, что на слуху, там, хондриты, ипохондрии, склонности к заболеванию, ятрогении и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, уважаемые друзья, приглашаем вас на эфир. Обязательно регистрируйтесь и приходите. Защищайте свою щитовидную железу от стресса и тревоги, от избытка и вспышек кортизола. Используйте наши простые и доступные методики. Словом, регистрацию здесь несу в описании под этим видео и в закрепленном комментарии. Регистрируйтесь, приходите, выполняйте упражнения вместе с нами и будьте здоровы. Пресловутая вегетососудистая дистония, как терапевтическая помойка, уже не говоря о метеозависимости, уже не говоря о метеочувствительности, потому что как раз таки поэтапно, вот как раз таки элементы метеозависимости, метеочувствительности, они ложатся в те самые аспекты возрастные, о которых мы только с вами говорили. Как три возраста у щитовидной железы и три периода развития метеозависимости, метеочувствительности. Но если на первых двух этапах это ростковые моменты, которые помогают себе на генетическом уровне, на уровне желез внутренней секреции, потому что организм растет, в состоянии плато
я уже повторяюсь, это уже определенные виды тренировок, это уже определенные виды приобретаемых навыков, ответных реакций. Поэтому в этом смысле вот эта вот третья конфетка, она здесь недаром лежит. Почему? Потому что как раз таки на этом этапе очень важно помогать мозгу в том смысле, что да, наш мозг таким образом устроен, особенно гипоталамус, что он в первую очередь будет стремиться к быстроте реакции, к быстроте получения энергии. Вот вы сегодня дали кортизол, вы завтра дали кортизол, вы послезавтра дали кортизол, а потом у вас ни с того ни с чего поломалась кость. Одна, вторая, третья. Или у вас подвывихи начинаются, или у вас начинаются суставные заболевания, или у вас камни начинают формироваться в почках или в мочевом пузыре, или у вас множественные аденомы в железах внутренней секреции, или у вас предраковое состояние глины, мозговые. Поэтому в этом смысле, конечно, мы должны себя тренировать и репетировать наше состояние, я надеюсь, меня многие правильно поймут, нашего функционального увядания. Поэтому вот в оберточке с настоящим шоколадом надо всегда иметь что? Как вы думаете, что тут лежит, Татьяна Владимировна? А тут лежит вот точно такой же финик, который лежал здесь. Но мы его прячем. Почему? Потому что мы снимаем остроту состояния. Мы снимаем остроту состояния со стороны сосудов. Мы снимаем остроту состояния со стороны нервной системы. За счет чего? За счет того, что мы стабилизируем кислотно-щелочное равновесие. И у нас нет необходимости в постоянном подстегивании нашего организма острыми гормонами. А вот гормоны, которые принимают активное участие. Вот тот же самый пресловутый прогестерон. Вот представьте себе, не спрятанный прогестерон. Это прогестерон нашего роста и нашего плата. И спрятанный прогестерон, который позволяет нам красиво и правильно стареть. Вот мы его прячем зачем? Мы его прячем за системой упражнений наших с вами авторских, Татьяна Владимировна. Мы его прячем за системой наших биологически активных добавок. Я бы хотела сказать, скорее, раскрываем спрятанный депрессивный. Мы ему даем вторую жизнь. Мы даем возможность жить не болея. Мы даем возможность прожить жизнь полную энергии и продуктивную, и полную удивительных изменений, свершений. В общем, на вебинаре мы подробно об этом говорим. Конечно. Что это за метод? Даем попробовать его в качестве упражнений. И результаты после упражнений как раз на... Обсуждаем очень активно и как раз таки выборочно. Да, собственно, как выборочно. Мы на большое количество вопросов стараемся ответить, и большое количество диагностических моментов, диагностических открытий для самих потребителя, в лучшем смысле этого слова, так сказать, мы открываем. И пользуясь случаем, вашим пассажем и вашей подачей, я хочу сказать, что некоторые, так сказать, из наших доброхотов нам пишут, а что вы, чему вы нас зовете, это надо обращаться не к нам по поводу стресса, надо обращаться наверх, я уже не знаю наверх, так сказать, кому. Какой верх? На какой верх и так далее. Все равно, так сказать, ничего не помогает. И я хочу сказать наоборот. Что именно наши упражнения, наши методики, наши биологически активные добавки, они выстраивают ту систему защиты, которая позволяет вам гораздо легче справляться с теми трудностями, которые приходят. Легче справляться с теми проблемами, с теми осложнениями, которые могут вызывать те или иные состояния. И в этом контексте я хочу сказать, что вот то, что мы с Татьяной Владимировной Картавенко делали в 2021-2022 году на высоте ковидной эпопеи, и то, что вот сейчас вот делается нами, опять же, с профессором в отношении проблем
решение проблем с щитовидной железой, они очень похожи друг на друга, потому что и в одном, и в другом случае происходит извращенное понимание организма со стороны того, что происходит с сосудами, что происходит с железистым обеспечением, потому что на самом деле вирусная агрессия, с одной стороны, которая неправильно купируется, она уже вызвала огромное количество, целое сонмище проблем, и начиная от мозгового тумана и заканчивая инфарктами легких, инфарктами желудка, я уже не говорю об инфарктах мозга, инфарктах сердца. Ровно так же и те же проблемы, которые щитовидная железа открывает. В этом смысле не лечено. Это те же самые хронические эндотелииты. А что такое эндотелиит? Это проблемы состоятельности внутренней поверхности наших сосудов. Можно до бесконечности долго кормить себя гормонами, можно до бесконечности долго пользоваться гормонозаместительной терапией, но если сосудистая система не в порядке, если нервная система не в порядке, если лимфатическая система не в порядке, то гормоны, так сказать, отметились они своим, фигуральным появлением в русле крови или там в русле общего обмена. Не более того. А мы же, Татьяна Владимировна, все делаем для того, чтобы система была не просто статична, в лучшем смысле этого слова, а позволяла постоянно унифицировать сам внутренний обмен. Почему, очень многие отзывы наших клиентов, наших гостей, наших слушателей, как раз таки они заканчиваются добрыми словами, и в том числе такими: я перестал ощущать свой возраст, я перестал ощущать, трудности при ходьбе или при каких-то физических других вещах, я стал с удовольствием спать, стал с удовольствием есть. И так далее. Для ушей тех людей, которых это, в общем-то, не касается, это, может быть, звучит каким-то чуть ли не моветоном. А как это спать без удовольствия, как это есть без удовольствия? Как говорил мой великий дед, доживи до моего возраста, и потом ты поймешь. Конечно. И напрямую это связано как раз-таки с тем, как ведет себя щитовидная железа. Потому что максимальное участие ее заключается в строительстве нашего тела, в строительстве нашего вида, в строительстве и поддержании генома нас, вашего, моего, моей жены, моей дочки, моих внучек и так далее. И чем мы внимательнее всматриваемся в состояние щитовидной железы, чем мы четче понимаем значение прикладистики щитовидной железы, не просто фронтальное отношение к ней, но есть железа, есть узелки, есть какие-то определенные изменения начальные или срединные, или, к сожалению, терминальные. Это не страшно. Ну как это не страшно? Это страшно. Это страшно в том смысле, что не из разряда страшилок, пугалок, а о том, что меняется картина, понимаете, закорочу эту тему. Это ровно таким же образом, как человек, который вдруг ослеп в силу какого-то своего обстоятельства или обстоятельств, вновь приобрел зрение. Это вот примерно так и наше отношение будет формироваться к восстановленной функции щитовидной железы. Поэтому, уважаемые друзья, приглашаем вас на эфир. Обязательно регистрируйтесь и приходите. Защищайте свою щитовидную железу от стресса и тревоги, от избытка и вспышек кортизола. Используйте наши простые и доступные методики. Словом, регистрации здесь несу в описании под этим видео и в закрепленном комментарии. Регистрируйтесь, приходите, выполняйте упражнения вместе с нами и будьте здоровы. Берегите себя.